Благодаря на квартет Аплика, благодаря на читалище Орфея и Фигурин, утре ще се окаже какво сте постигнали. Журито ще си каже думата утре. Сега, за да излезат на сцената, са готови издружения партньори. Кюстендил, село Слокощица, правилно ли го казах? Заслужавам почерпа, нали? Слокощица. Танцова формация партньори. Ръководител на танцовата формация е Тони Кенов. После ще питаме има ли някаква връзка с господин Кенов, който е работил тук. Да, всем привет. Представят на Мегдана, след което са Народно читалище Христо Ботев Иваново. Давно мечтали сюда попасть. И вот, наконец, все-таки несколько лет промечтав, попали. Это великолепное совершенно зрелище, просто грандиозное событие. Нам очень повезло, кто-то поделился с нами интернетом, и мы смогли выйти в прямой эфир, чтобы показать вот это вот необыкновенное, посмотрите, сколько народа, люди, которые приезжают сюда не на посмотреть, а поучаствовать. У нас здесь потрясающая Алена. Это такое единение народа, абсолютно искреннее. Ой, кто-то там очень интересно играет, пойду посмотрю. Thank you.
потрясло, что даже беременные женщины и танцуют хорошо. А вот там, посмотрите, какое чудо.